Так, ребят, всем привет. Продолжаем заниматься Ситрояном. Вот. Я все вывел. Дверь, крыло и порог. Осталось только подшкурить, загрунтовать и покрасить. Вот у нас крыло. Мы его... Здесь была мятина. Сейчас все зашкурил, выпрямил более-менее. Все сделал. Также дверь передняя, правая, то же самое, все зашкурено, и будем также грунтовать и красить. Ну и порог то же самое. Вот он, все выровнял порог. Также тут еще антигравий у нас будет ложиться. Вот он. Вот, поэтому будет ничего особо не видно, все будет хорошо, все сделано, все более-менее ровно, никаких ям и так далее нету, так же как и здесь. Останется нам, ребят, покрасить этот Ситроян, ну и в принципе все, и потом также следующая машинка будет. Сейчас пригонит Nissan. Надо бампер поменять задний. Поставить старый, снять. Вот. Nissan Almera я занимаюсь, пока он в гараже стоит. Там он на покрасочку, я видео выложу. Все покажу тоже из автосервиса того же. Вот. Так что, ребят, смотрите. Так, ребят, ну вот мы сняли бампер. Получается, он крепление, ну фар надо будет тоже снимать фишками. Крепление у нас здесь крепится вот такими вот. Клипсы такие. Их тут раз, два, ну много здесь их, короче. Также здесь он прикручивается сбоку. Здесь. Ну и с этой стороны также фару снимаем, потому что из-за фары мы клипсы вот эти не снимем. Вот. Ну и также где брызговик. С одной стороны они нормально открутились, а с другой нет, пришлось колесо снимать. Вот. Ну сейчас мы, вот он старый бампер, был у нас здесь вот лопнут угол убитый. Сейчас мы новый возьмем, новый, покрашенный, и будем уже ставить его обратно. Вот. Сейчас буду ставить, я вам покажу, где какие клипсы, как вставляются. В принципе, ничего сложного. Он еще снизу, там клипс много. Тоже, наверное, раз, два, три, четыре, пять, шесть, шесть клипс снизу. Сверху также раз, два, три, четыре, пять, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать клипс. Сейчас как снимем, будем ставить, я вам сниму, покажу. Так, ребят, начинаем собирать. Сняли мы со старого бампера вот такую вот, как бы, подложку, защиту. Я не знаю, как она на бампере. Вот тут она будет здесь стоять. Ну и также мы высверлили такие крепления. Они вот здесь вот у нас стоять. Здесь надо просверлить чуть-чуть. И вот так они должны стоять. Сейчас мы просверлим. Сделаем как надо, все поставим и будем уже его обратно пихать. Так, ребят, сделали мы вот замочек вот этот, который нужен, взяли, просверлили, и уже вот эти мото мы заклепали. Также сюда мы приделали, о, типа подножки.
Ну и сейчас будем устанавливать уже на автомобиль Hyundai. Ну вот, поставили мы новый бампер. Ну, у нас вот как получается. Осталось нам, сейчас мы впихнем здесь по бокам, защелкнем. Тут у нас есть крепление, которое там, крепление у нас тоже внутри. Вот, мы их защелкаем, потом у нас раз, два клипса, фишку вставляем, вставляем фару. Вот. Ну и здесь тоже саморез. Здесь у нас тоже клипсы вот стоят, здесь саморез. Также здесь фара. Вот. Ну и с этой стороны тоже мы ставим. Ну и все. Вот. И также снизу у нас, вот как на старом бампере покажу, вот здесь вот снизу тоже вот клипсы. Раз, два. Ставим вот так. Вот. Ну и все, в принципе. И готово. Вот. Всем спасибо, ребят, за просмотр. Всем пока.